Коньячный спирт. Опять же, лучше выпить самогонки, чем выпить водки или какого-то вина, который стоит в магазине, или коньяка, который стоит в магазине, потому что в его состав входит спирт. Как это делается? Берется один продукт, берется спирт, совмещается вместе, разливается в бутылку, пишется коньяк и ставится в магазине. Все, это прощай сосуды. Один-два раза ничего. Или вино, которое, что, есть качественное вино натуральное? Есть, но крайне редко попадается и не в магазинах. Поэтому пусть лучше это будет хорошая самогоночка, выдержанная там, через что-то там процеженное, вычищенное, на чем-то настояно. Она не приводит к напряжению стенок сосудов, а наоборот, к их расслаблению. При правильной самогонке, что такое самогонка? Чача называется, что такое виски? Это тот же самогон, выдержанный в дубовых бочках. Уникальнейший продукт. 5 капель для здоровья никто не отменял. Чему приводят 5 капель? Расслабление стенки сосудов, расслабляются ткани, убирается раздражение рецепторов, циркуляция крови восстанавливается и так далее. Все расслабление, все приходит к расслаблению. Расслабление, да, все. Основной момент, что это расслабление. Тут же есть, да, есть же хороший гипни показатель. Был какой-то спазм, при... это расслабление? Нет, не спазм, речь идет о напряжении. Спазм это отдельно, спазм это уже паралич. А речь идет о напряжении. От хорошего алкогольного напитка не должна быть говорить голова, ну вообще никогда. Хоть стакан выпейте, хоть рюмку, хоть бочку. Вы можете там полбочки выпить, отравиться, там, отключиться, умереть, но у вас не будет болеть голова.